Всем привет, с вами Родион. Уже очень давно, буквально целый месяц, абсолютно не выходило никаких видео. Но это на самом деле потому, что мы очень долго готовились к съемкам этого ролика. Он очень тяжелый, он очень опасный и он очень дорогой. Я, честно говоря, очень боюсь его делать. Но все-таки жажда выполнить этот эксперимент у меня намного больше, чем страх. Я знаю, что есть люди, которые уже делали что-то подобное. Но это не значит, что я не могу это сделать, так как я это хочу, в таком свете, как я это вижу. В общем, сегодня меня будут закапывать под землю в коробке на 24 часа. Я заранее всех вас попрошу ни в коем случае не повторять увиденное в этом видео, потому что это будет очень опасно. Сегодня мне будут помогать Алекс и Саша. Они будут буквально все время со мной на связи по рации. Я надеюсь, что все пройдет хорошо. Также большое спасибо сайту OpCash, благодаря которому мы заработали на этот эксперимент, потому что он действительно очень дорогой. И если бы не этот сайт, то вряд ли бы вы увидели сейчас это видео. Итак, вот наша яма. Вы сейчас можете видеть мою тень. Сейчас Саша с Алексом приедут, я уже приготовил лопаты, мы спустим сюда коробку и ребята потихоньку начнут меня закапывать. В общем, я надеюсь, за час, за полтора мы справимся и все у нас будет хорошо. Уже Саша с Алексом пришли, Саша даже лопату взял. Приветик. Привет. Здорово. Как дела? Хорошо, у тебя как? Нормально. Ну что, ты готов? Я взял рации. Так, одна будет у меня, одна будет у вас. Я, короче, их зарядил. Еще на всякий случай вам оставлю док-станцию, если что, короче. Ну-ка, давай, Саша, ну скажи, что там. Раз-раз, базочка, как меня слышно? Родион, дружище, пожалуйста, ты, если тебе вот вдруг станет действительно хреново, там воздуха не хватает, ты не терпи, реально говори сразу, чтобы мы тебя успели вовремя раскопать. Хорошо? Но по возможности 24 часа выдержу, хорошо? Я просто... Я не могу передать словами, какая отсюда картина просто. Коробка, земля, люди с лопатами. Сука, я тебя предупреждал, парня. Родион, обещаю, я буду следить за твоим каналом. Я за ним буду следить. Мы будем следить. Ребята, это стрёмно. Я боюсь, она не провалится. А все нормально, не ссы, Родион. Только по чуть-чуть, чтоб если что контролировать. Ребят, не повторяйте никогда этого, пожалуйста. Реально, это очень страшно. Это очень страшно. Но, честно говоря, воздуха пока хватает. То есть, ну, я не знаю, почему. Почему-то думал, что как только засыпет, то будет тяжело дышать. Пока нормально. Надо, кстати, более удобное положение принять. Хочу вам показать, как мы тут все устроили. Как мы ее изнутри утеплили, чтобы мне было нормально и комфортно. Так, я себе из куртки сделал такую небольшую подушку. Снял капюшон. Руки почему-то замерзли, пока не отойдут. Так, что у меня здесь есть? Давайте вам покажу. У меня здесь есть рюкзак, где пауэрбанк, всякие разные зарядные устройства. Рацию я уже вытащил. Я на связи, как дела на поверхности? Дела отлично. У тебя там как? Рассказывай. Ну, немного не отошел еще. Руки, если честно, блин, вот такое чувство странное, знаешь. Такое чувство, будто бы я, ну, не закопан, а вот просто могу сейчас в любой момент выйти. Вот не могу, ну, до меня никак не дойдет, что я сейчас просто так не выберусь отсюда. Я бы тебе не советовал пробовать, потому что может земля провалиться. Ну, ясен пень, что я не буду этого делать. Так, ладно, я пока тут провожу экскурсию всем. Такая просто адская тишина. Я даже не могу передать словами, это аж, ну, страшно. Я молчу, просто... Я слышу, как сердце бьется, вот просто нереально тихо. Ладно, давайте покажу вам, что в рюкзаке.
Саша просто часто в походах бывает, поэтому он знает, что да как. Я доверил, так сказать, ему это дело. Тут и одеяло, тут разное термобелье, тут еда, тут аптечка, спирт. Ну, в общем, все, что необходимо на всякий случай. Я просто не знаю, что может случиться, поэтому на всякий случай мы очень серьезно к этому отнеслись и подготовились по полной программе. Тут разные медикаменты, бинты. Но я, если честно, первым делом пить хочу. Я просто хотя бы так уже сок вытащу, чтобы был. Достал эту штуку, хотел вам показать. Я не знаю, как она называется правильно. Саша как-то сказал космическая, короче, непонятная дичь. Но, как он объяснил, типа, это классная штука, которая тоже держит тепло. Вот, я, наверное, буду ей ночью укрываться, чтобы нормально спать и чтобы не было мне холодно. Так что я ее сразу отложу. Так, специально взял вот эту бутылку с таким горлышком. Мальчики поймут. Такой деликатный, конечно, вопрос, но, блин, что поделать, все мы люди. Только сейчас понял, интеллект уровень бог. Как вы думаете, что я с собой взял? Ну, то, что, не, ну, точнее, не то, что взял, скорее не успел вытащить. Кошелек. Зачем? Капец просто, ладно. Если, кстати, вот просто так лежать, то по факту нормально. Очень даже, ну, то есть, нету никакого дискомфорта. Только я вот заметил, ну, вот к стенкам лучше не прикасаться, потому что они очень такие холодные. Ты как прикасаешься, ты сразу начинаешь мерзнуть. Кстати, скачал себе сейчас Гарри Поттера, последнего, Гарри Поттер и проклятое дитя. Новая книга, которую Роулинг выпустила, может быть, успею за 24 часа прочитать. Ну вот реально, вот я давно хотел прочитать, и как-то времени особо не было. И вот, слава богу, сейчас первый раз в моей жизни у меня появилось время конкретное, что я могу прям сесть и читать сколько угодно. Это просто прям кайф. Ну, сейчас пока только на второй главе. И, ну, блин, кстати, довольно интересно. Спойлерить не буду, потому что, может, кто-то из вас будет читать. Книжка реально достойная. Еще на всякий случай скачал себе Амирана Сардарова. «Мужик всегда прав», потому что смотрю «Дневник Хача», всегда хотел почитать эту книгу, но никак руки не доходили. Вот. Ну, короче, посмотрим. Есть что чередовать. Сырок, дружба, за ваше здоровье. Это, конечно, плохо, но я, к сожалению, не продумал, куда я буду девать мусор. Очень и очень жаль. Пока есть время, немного поиграем на том сайте, где я заработал на этот эксперимент, сам по себе челлендж, потому что он очень дорогой. Только чего мне стоило выкопать эту яму. Попробуем сейчас еще что-то выиграть. Не знаю, получится что-то или нет, но хочу себе, наконец, уже новое стекло на телефон. Поэтому попробуем сейчас на него заработать. Сайт OpCash, я всегда открываю небольшие кейсы, там по 500 рублей в среднем, чтобы просто не уйти в слишком большой минус. Вот, как бы, ребята, не забывайте всегда, что знаете, в общем, меру, потому что многие жалуются на эти сайты, потому что просто не знают меры. То есть они всегда пытаются выиграть все больше и больше. Я просто уже за собой это тоже просек. Просто когда уже я знаю, что момент, что уже все, нужно остановиться, больше не играть, я перестаю. И ухожу в плюс, потому что бывает, когда ты слишком разгоняешься, то ты проигрывать очень много начинаешь. Поэтому если вам сначала начинает вести, то не торопитесь играть дальше постоянно. Уже наберите определенную небольшую сумму и с этой суммы уйдите. Обязательно всем моим зрителям специальный бонус по ссылке в описании переходите. И у вас будет уже определенный бонус на то, чтобы поиграть. Сейчас открою кейс за 250 рублей. Посмотрим, получится что-то с него выиграть или нет. Ставим плюс 30 к шансу на победу. Давайте, как обычно. Неплохо, кстати. Вы выиграли 600 рублей. Выиграть еще? Давайте еще буквально один раз какой-то кейс откроем. Посмотрим, выпадет ли с него что-то. Если нет, то, наверное, остановимся, потому что проигрывать не хочет. 600 рублей. То есть я потратил 400 и сейчас 200 рублей заработал. Ну, наверное, неплохо. Дальше не буду разгоняться, потому что боюсь проиграть. На этих сайтах нужно уметь проигрывать и нужно уметь выигрывать, не тратить слишком большое количество денег и уходить вовремя. Так что всем моим зрителям специальный бонус по ссылке в описании. Переходите и играйте.
сейчас около 4-5 утра. Проснулся я от того, что собаки гавкали просто прям вот возле трубы. Блин, такое чувство, будто бы они вообще возле меня были. Я не знаю, что это было, нафига они прибежали. Может, они чувствовали, что тут человек под землей. Вот, я не мог долгое время уснуть, было холодно. Я все-таки одел куртку, рюкзак под голову подложил, чтобы было удобно лежать. Залипал в телефоне еще где-то примерно часа полтора. Прочитал примерно 40% Поттера. Ну, а так пока буду ложиться спать дальше. Ребятки, привет всем. Смотрите, прошло уже ни много ни мало, более 20 часов, сейчас 11:30, Родион до сих пор в коробке под землей. На самом деле я начинаю немножко, если честно, переживать. Почему? Потому что у него, во-первых, сел телефон, у него села камера. Единственная связь с ним сейчас это по рации. Вот. И, кстати, Родион как-то, ну, судя по всему, не очень хорошо себя чувствует. Алло, Родион, слышно? Вроде осталось, пару часиков буквально тебе там еще посидеть. Как вообще самочувствие твое? Я пока держусь, но у меня осталось одно деление рации. И, такое, немного плохо, если честно, голова кружится. Может, будем реально его вытаскивать оттуда? Ну, дядь, по сути осталось всего сколько там, 3-4 часа. Скажи, хоть уже досидит. Братан, 3 часа посидишь еще там? Ну, понял, в чем фишка. Нам его еще реально выкапывать где-то полчаса, как минимум. Давай сделаем так. Если у тебя там в течение часа сядет рация, мы будем подходить к яме и будем в трубу тебе вещать. Пока держусь, но холодно очень, и голова кружится. Я не знаю, что через час будет. Там у него, походу, давление, я не знаю. Плохо, говорю, болит, голова кружится, и очень сильно спина болит. Но я говорю, пока стараюсь держаться. Если, может быть, постараюсь 3 часа пройти. Ребят, ситуация какая? На самом-то деле сейчас уже порядка, ну не порядка, а точно могу сказать. 7 часов. 6:30. 18:30. Родион, я честно скажу, Родион действительно герой. Почему? Потому что он захотел еще несколько часов посидеть там, то есть он там уже находится 25.5 часов. 25.5 часов человек находится под землей. Связи с ним нет уже, ни с помощью рации, ни по телефону. У него разрядилась камера GoPro уже давно. Мы с ним общаемся через трубу. Ему сейчас реально плохо стало. Он говорит, что у него болит голова, кружится, хотя там в темноте я не знаю, как он, может быть, ему кажется, что у него кружится. Вот. Я предложил на самом-то деле уже выкапывать его, он пока не хочет. Хочет еще посидеть. Санечка, я отсюда буду снимать, потому что там скользко, да. Я не буду туда идти. Давай. Спроси, что там, раскапывать, не раскапывать. Родион! Ну, реально я... Родион! Ты тут? Я вообще нихера не слышал. Вообще очень тяжело. Родион! Братан, надо его выкапывать. Родя! Это не смешно! Не, все, вызываем скорую, дядя, ты что? Да подожди скорую, давай его выкопаем сначала тут. Вызываем скорую, будем выкапывать. Хорошо, давай я выкапываю, ты вызывай скорую. Да, как ты себя чувствуешь? А врач есть врач? В общем, все прошло немного не так, как мы планировали. К сожалению, у меня под утро полностью села камера. Пауэрбанк закончился, телефон тоже сел. Было очень холодно, как и сейчас, вы можете заметить. Пар со рта идет. Я надеюсь, вам это видео понравится, но это не все. В общем, мы хотим снять еще одно подобное видео, но главным героем уже участвовать будет Саша. Поэтому, я думаю, пусть лучше он вам расскажет, что мы хотим сделать. Суть следующего видео будет заключаться в том, что я буду не один, а буду с девушкой в коробке под землей. На 24 часа, к сожалению, не получится сделать по определенным физиологическим причинам. Она не сможет справлять нужду, так как смог бы справлять парень, как и доделал до этого Родион, и
делал до этого Костя. В общем, мне эта идея очень сильно понравилась, и мы хотим это видео снять на канале у Саши. Так что, если вам нравится это видео, то ставьте палец вверх. Также по ссылке в описании есть ссылка на Сашин канал. Переходите и подписывайтесь. Если у Саши на канале наберется 10 тысяч подписчиков, то мы обязательно сразу же снимем такое же видео, только к нему на канал. Все зависит целиком от вас. Коробка, Саша и девочка под землей. Я думаю, это будет очень интересно. Особенно Саша пообещал найти очень красивую девочку. В общем, большое вам спасибо, что вы смотрели на это видео и на мои страдания. Немного все получилось не так, как мы рассчитывали, потому что у меня село все оборудование, но я продержался даже больше, чем должен был. Около 20... чуть больше, чем 25 часов. Но, к сожалению... Мое упорство как бы не кончилось ничем хорошим, слава богу. Приехала скорая, у меня очень, честно говоря, кружилась голова, и было немного такое неприятное состояние. Мне там дали понюхать какой-то ерунды. Вот, в общем, ну, вроде все проверили, все оказалось хорошо. Спасибо большое бригаде, что она среагировала и приехала очень быстро. В принципе, это все. Всем спасибо, всем пока.